Всем привет, с вами Юля. Сегодня 6 января. У нас сегодня крещение, у вас Рождество. Всех поздравляю с праздником, кто что празднует. Всем желаю мира и добра. И у нас сегодня выходной. И сегодня я решила посвятить этот день вышивке, рукоделию и подготовке и съемке видео. Долго собиралась с мыслями, знаете, когда перестаешь снимать, теряешь вот эту, знаете, последовательность, когда снимаешь постоянно, ты втягиваешься в процесс, знаешь, что сказать, что показать, а здесь села, вроде бы собрала какие-то вышивки, сижу и думаю, с чего начать, прям такая растерянность. Но решила, что буду снимать, знаете, если мы все уйдем с YouTube, и будем поодиночке сидеть дома, просто сами, я думаю, что нам будет еще тяжелее. А так, наши видео – это наши отвлекалки. И я вот тоже мало смотрю сейчас YouTube, конечно, сейчас больше смотришь новости. Раньше я их вообще не смотрела, а теперь вот больше новости смотрю, потому что, конечно же, переживаю за все. Ну и все равно YouTube хочется смотреть, и я рада, что девочки снимают, все равно отвлекаешься, посмотришь какие-то вышивки, как-то бывает даже и такое вдохновение приходит, посмотрел, вдохновился, тоже хочется что-то вышивать, творить, покупать, ну как-то происходит в жизни какая-то такая, знаете, небольшой глоток положительных эмоций. Вот, ну и сегодня я решила снять видео о планах. Вообще планы я решила на этот год не делать, потому что все так как-то складывается в жизни, ну невозможно планировать. Настроение меняется, обычно зимой одно хочется, вроде бы думаешь, вот весной буду вышивать, то летом все, а зимой потом еще что-то, а потом появляются новые наборы, что-то у девочек посмотрел, вдохновился, тоже хочется. Ну, в общем, и потом планы все эти меняются. Но я так посидела, подумала, думаю, ну, есть же у меня работы, которые я вот сейчас хочу их завершать, хочу с ними что-то делать, работать. Конечно, эти процессы у меня есть. Думаю, ну, мне их немного покажу. И вот, представляете, села, думаю, дай-ка напишу список, а что у меня там в моих-то планах-то в ближайших на месяц, на два? А там не на месяц, на два, там набралось даже намного. Ну, конечно, планы дело такое, я не знаю, что из всего этого получится, но я буду стараться. Итак, по списку. По списку, так, есть у меня блокнотик, есть у меня и мои листы, я сейчас завела вот такие файлы специальные, где я веду по процессам. Ну, пока новых я не распечатала, не подумала, я сделала просто себе набросок в блокноте. У меня он такой тут старенький, тут у меня, знаете, за сколько, много лет, 2017 года вот тут ведется. Записи всякие разные по процессам, финиши, старты, планы, разные. Вот. И здесь я тоже себе уже начала писать планы на 2023 год. Но это не на год, это вот на ближайшее как бы время, да? Рассмешила уже всех, тут понаписала на ближайшее время, ага. Вот. А здесь у меня уже образовался финиш. Я вчера завершила мою дорожку. Покажу вам уже в следующем видео о рукодельном блоке у меня будет. Завершила дорожку, уже сюда ее вписала. Она у меня сейчас постиранная, сушится. Вот. А мы сейчас поговорим немножко о моих планах. Ну вот на какое-то ближайшее время вообще, что я выбрала, ну то, что мне нужно завершить, да? Итак, начинаю вот с этой работы. Это дизайн называется «Фистралы» по Гарри Поттеру. Ставлю картинку, что должно получиться. С данной работой я участвую в СП у брутальной вышивальщицы в Телеграме «Мультивселенные». По-моему, в январе у нас будет последний отчет. И вообще, как бы я очень мало вышивала за все эти месяцы. И вообще мало вышивала, этой работе вообще мало досталось, она мне непростая. И вот я решила, что поставлю сейчас на станочек и хочу по максимуму в январе заняться именно этой работой. Может быть, успею я завершить, чтобы быть уже не совсем плохой участницей, но хотя бы подтянуть свои хвосты и попытаться сделать готовую работу.
Здесь чуть-чуть меньше половины. Вышивки, конечно, еще много. Тут много бэкстича. Но я постараюсь. Я не знаю, конечно, что получится, но буду стараться. Работа непростая, но интересная. Здесь я вам покажу поближе. По-моему, я вам не показывала. Вот все эти надписи. Здесь крестик и бэкстич просто. Ну, кропотливая работа. Вот смотрите вам, какой красавчик бэкстичем. Кропотливая работа. Это все нужно аккуратно выкладывать. Закрепляться на равномерке тоже, как бы, знаете, непростое занятие. Поэтому вот так. Здесь я надписи начала писать, вышивать в две нитки. Мне подсказали, что в одну. Правильно подсказали. Там еще действительно в одну нить. Ну, не знаю. Буду в две, в одну. Может, попробую в одну. Потом, может, переделаю. Посмотрим. Вот. Ну и здесь вот такое синее пятно разрастается, разрастается. Пока особо ничего не видно. Нужно мне подтянуть вот здесь. Вышить участок. Я там уже восстановила схему по саге, потому что я там чего-то нанажимала, у меня все стерлось. Весь прогресс пришлось как-то заново восстанавливать. Ну, в общем, все в моем духе. В общем, здесь нужно будет довышивать. И дальше текст. Текст попроще вышивается. Ну, как-то буду комбинировать. Там чуть-чуть, сям чуть-чуть. В общем, это у меня сейчас первоочередная задача. Сегодня у меня свободный день, поэтому весь этот день отдам этой вышивке. Может быть, и сделаю какую-нибудь такое большое количество крестиков. Прогресс, может быть, хороший получится. Посмотрим. Вот, это у меня по плану номер один. Продвинуть и завершить. Ну, в январе не знаю, получится, не получится, но хотя бы до конца года по-любому я ее, конечно, буду завершать, потому что сейчас буду марафонить. Иногда у меня получается собраться с силами. А вот так вот поставить себе задачу, план и марафонить. Так, у меня постоянно сбивается здесь резкость. И марафонить. Вот, это у меня номер один. Идем дальше. Так, план номер два. У меня этот план тоже стоит на сегодня. Нужно собрать вот эту подушечку, иначе когда я ее соберу? Сегодня есть день, и сегодня это нужно делать. Вот такой интересный наборчик. Так, мне очень плохо настраивается почему-то камера и блики. Вот такой вот наборчик. Не знаю, как подобраться. Везде блики. Ну что ж такое. Вот. Значит, у меня вышивается на 28-м каунте. Размер 39 на 39 в крестиках, что ли. Ну, наверное, да, я не считала. Вот. Интересная такая подушечка. Вышивка у меня уже готова. Вышивалось все это очень быстро, легко и очень интересно. Я за один вечер, просто не отрываясь, все это вышила с огромным удовольствием. Быстро, классно. В общем, молодцы, Милхил. Я и так, я и сяк вам хочу показать. Ну, в общем, плохо мне настраивается резкость. Потому что сегодня с телефона свет получше, но плохо идет настройка резкости. Вот такая красивая елочка. Значит, смотрите, что здесь. Есть инструкция на английском. Английский я знаю плохо. Пользуюсь переводчиком. Переводит тоже очень коряво. Пойди разберись. Да, тоже такая задача непростая. В общем, то, что я поняла, здесь нужно было читать по 10. По 10 ниточек с каждой стороны, 11 вытащить. Я вытащила 11, получился вот такой квадратик лишний. Я срезала, края обработала уже специальным клеем фирмы Prim. Он хорошо держит вот край, особенно ну, у равномерки, у детали. Теперь это нужно будет вот так сворачивать. Вот тут написано, начинаем снизу сворачивать треугольник, чтобы пришить сразу там эти висюльки сделать. И вот как-то здесь нужно будет подрезать. Точно не знаю как. И вот по этому шву, я так понимаю, потому что он складывается, по этому шву нужно будет как-то пришивать. Вот. Потом это будет вот тоже сюда. Вот по этому шву нужно будет пришивать, делать конвертик. Вот, конечно, это все подгибается каким-то образом. Как-то так. Как-то так. Ну, в общем, я буду еще читать, разбираться, смотреть. Буду пробовать собирать эту игрушку. Ну уж как-то, я думаю, соберу, разберусь. Вот какой-то опыт все-таки есть. И я думаю, что я, ну, как-то догадаюсь, как собрать нужно правильно эту
красивую вещь. Хоть и Новый год уже прошел, ну и что? Как получается? У меня декабрь всегда очень загружен, очень тяжело. Он мне дается. Вот сейчас у меня есть выходные праздничные, я сделаю. Будет на следующий год у меня уже готовое изделие. Конечно, Милхил есть Милхил. Это все очень здорово проработано, очень классно. Качественные материалы. Прям с таким удовольствием пришивал этот золотой бисер. Он весь такой ровненький, весь такой блестящий. Ну, праздник. Ты ее повышивал, уже больше ничего не нужно. Праздник. Вот, это у меня вот такой вот план номер два. Тоже прям вот сегодня нужно сделать сначала, завершить эту подушечку, чтобы уже все, закрыть эту тему и поставлю на мой станок эту работу и буду сегодня вышивать. Так, идем дальше. Что у нас еще тут по планам? Все как есть, все как есть. Так буду и показывать. Вчера приступила, потому что вчера я завершила скатерть-дорожку, и уже как бы не хотелось браться мне за какой-то такой сложный процесс мелкий, решила взять на крупном каунте попроще. Ну вот как раз вот закладочки я их распаковала в новогодние праздники, там когда видео снимала, поэтому решила вот уже и вышить. Они несложные, главное сделать вышивку, потом тоже буду разбираться с оформлением. Не очень я поняла на самом деле, как там что должно происходить. Опять же, по наитию больше по наитию все выполняю. Ну, посмотрим. Так, значит, что у меня здесь? Видите, в корзинке тут у меня все, что хотите. Очень удобно, кстати. Набросала сюда всего. И здесь мои маленькие процессы. Нитки я вам показывала. Не так, в принципе, много ниток здесь. Хотя я уже не помню, сколько кладут в петиты, в гол петиты. Ну, здесь вот такое количество ниток. Ниточки красивые, конечно же. Цвета очень такие интересные, нежные. Такие более нежные, более тонкие оттенки. Ну, тут пока у меня вот такой пучок. Они уже начали путаться, потому что вчера уже приступила к вышивке. И что я тут вчера навышивала? Ну, буквально вот самое-самое начало у меня вышилось. Начала я с закладки с лилиями. Снизу иду вверх. Посмотри, сегодня камера не хочет настраиваться вообще. Иду снизу вверх. Такой простой рисунок, несложный. 14-й каунт, очень достаточно крупная основа, поэтому потихоньку вышиваю и дальше уже посмотрим, что тут у меня получится. Вот, я надеюсь, что я правильно разместила, потому что я немножко не пойму, как с оформлением. Вот, по инструкции написано разделить пополам. Ну, я так и сделала. Вот, разделить пополам. И вот с центра типа мы начинаем, да, с каждой половинки. Они длинные. Вот половинка закладки вот здесь будет. Вот половинка вот здесь будет. Вот такая. Ну и, соответственно, вот так. Вот. А про задник я не поняла, как нужно делать задник. Есть тут задник, либо самостоятельно нужно оформлять. Вот тут указано, что это как оформление. Но только это как оформление. Обрамить нужно будет вот тут по краю. Или это что-то отдельное? Я что-то не нашла в инструкции, честно вам скажу. Непонятно немножко. Непонятно. Вот, поэтому делаю как-то по наитию. Наверное, фетром буду с обратной стороны закрывать. А здесь, может, тут была какая-то инструкция. Так, ну здесь кординги, все такое. Тут по стежкам инструкция отдельно, хорошая по стежкам. Ну, не знаю, если, девочки, у вас есть какие-то идеи, либо я что-то не увидела, пишите. Но я понимаю, так разделила пополам. На одной половинке одна закладка, на второй вторая. И, наверное, изнанку просто фетром буду закрывать. Вот так. Итак, вот эту закладку я буду вышивать по чуть-чуть, не буду торопиться, потому что здесь легкий процесс, на Аиде 14 аккаунта все вышивается, и это у меня будет процесс такой отдыхалочка, буду отвлекаться от сложных процессов, где мелкий аккаунт, буду переходить и здесь по чуть-чуть вышивать. Вот, ну, потихоньку я думаю, что
в любом случае до конца года сделается, ну, может, там за пару месяцев потихоньку я вот их вышью и соберу. Вот, это вот такой пункт. Идем дальше. Вот, дальше, так, дальше любимый и такой для меня масштабный процесс, и который у меня был в планах на 22 год завершить, но не случилось, ну, на 23 100%. Как только я завершаю фестралов, я сразу ставлю эту работу и приступаю к процессу, буду вести к финишу. Немножко я здесь застопорилась, отложила. Вот в 22-м году, когда у меня было вдохновение, я прям много вышила, не могла от него оторваться. И я правильно сделала, что я вышивала, потому что вот именно на вдохновении все работы вышиваются легко, и никакие препятствия, как бы сложности, нас не останавливают. Но случился все-таки этот момент, когда, может быть, я выдохлась, и вот здесь где-то я, в общем-то, и остановилась. Теперь в этом году обязательно у меня он на финиш стоит. После фестралов сразу ставлю на станок и начинаю вышивать всю планету, крылья, все-все-все. Ангел мира, мир нам нужен, поэтому ангела нужно в этом году завершать. Он очень красивый, здесь будет много бисера. Ну, работа потрясающая, конечно. И вот на нее можно, на этого ангела можно любоваться и любоваться. Я уже любуюсь, вот честно скажу, даже просто платьем уже можно любоваться, оно такое шикарное. И вот вопрос у меня по стирке. Я думаю, что стирать, наверное, эту работу нельзя, потому что здесь много металлика, это все может сесть, это все может исказиться, поэтому, наверное, работу не буду стирать. Я стараюсь, конечно, ее всегда закрывать, беречь, вот, чтобы не было какой-то пыли. С одной стороны, конечно, хотелось бы освежить, но боюсь за материалы, поэтому не буду. Буду вышивать вот как-то так аккуратненько. Вот, видите, покажу вам еще поближе. Сейчас все блестит. Вот такие вот участки. Здесь металлик. Тут у меня Rainbow Gallery трех цветов. И вот они так переливаются. Вот, это у меня, конечно, обязательный план, такой обязательный пунктик. Просто-просто очень-очень-очень обязательный. Вот. Вот этот участок очень сложный был. Ну, он очень красивый. Здесь еще будет бисер. Все это, конечно, волшебно. Вот такая красота. Потрясающая работа, потрясающий дизайн. Вообще Lavender and Lace люблю. Вот именно ее разработки. И у меня есть несколько схем. Вот, ну, жду, пока завершу ангела, и потом начну, конечно, еще какую-нибудь работу. У меня много там всего начато, много запасов, много подготовленное. Но, как я вам и сказала вначале, так как я не знаю, как у меня будут складываться обстоятельства, я поэтому, в общем-то, в планы себе не ставлю. Как будет вдохновение, что захочу в тот момент, то я и начну. А пока вот так. Так, дальше, что еще? Идем дальше, да, конечно, есть у меня еще планы. Это из недавних покупок, приобретений. Я купила, показывала вам вот эту схему от Виктории Семплер. Здесь хардангер. Потрясающие дизайны. Очень хочется мне попробовать чего-нибудь такого сделать, вышить, накрутить вот этих вот красивых переплетений. Вот какая красота. Очень хочется. Хочется конфету сделать, хочется вот какую-нибудь все сделать. Прям все-все-все очень-очень-очень нравится. Шкатулку б я такую хотела, где ее взять? Вот, схемка очень интересная. Я еще не читала ключ, что здесь нужно. Вот он здесь есть, этот ключ. Но я пока еще его не изучала детально. У меня по ключу куплена одна только вот эта шелковая нить. Есть бисер. Вот он бисер, я его показывала в моих рукодельных итогах декабря. И большой отрез ткани. Он очень большой. Это Belfast Леон 32 каунт, 27 на 36 инчей. Но это где-то метр с чем-то. Вот если я его открою, ну где-то, что здесь у нас будет, почти метр, это 80 на
на метр, не знаю, ну большой-большой-большой такой кусок. Вот, большой кусок. Я брала специально белый, потому что его можно подкрасить. Брала под разные дизайны. Хороший лен. У меня как раз такой ткани не было. Я взяла большой кусок. Думаю, пусть будет, чтобы уже не собирать там кусочки отрезать. Будет большой, буду отрезать. Дальше. Что у меня еще из кардангера? Вот такая схемка у меня есть. Она мне очень нравится. Здесь вообще очень интересный дизайн. Здесь и баржелла, и ленты, и хардангер. Ткань здесь такая серовата, интересно. Ну, если не найду, то подкрашу белый, но что-то буду придумывать. Да и на белом, мне кажется, тоже будет очень эффектно, потому что здесь нитки цветные, а на белом все смотрится эффектно. В общем, вот такая у меня есть интересная схема. Ленты здесь какие-то красивые, надо все это изучать. Вот, дальше у меня на год мой запланирована новая дорожка в хардангере. Тоже уже показывала эту схему. Очень интересная схема и несложная. Видите, здесь идет вот это вот уголок, получается, дорожки. Вышивается вот такой вот блок. Они очень быстро, эти блоки делаются, и глазки. Вот такие блоки посложнее делаются, потому что внутри тут переплетение есть. Вот такие тоже блоки немножко в серединке посложно делаются. А глазки вот эти вот алжирские, да, и переплетение, оплетание переплетений вот этих вот квадратиков делается, ну, достаточно быстро. Ну, так как у меня дорожка 160 на 60, то, конечно, работы здесь будет много. Плети, плети. И самое главное, нужно интересно обсчитать, придумать цветовую гамму. Хочу какой-то меланж. И нужно ехать в магазин и непосредственно там уже на месте выбирать какой-то меланж. Что будет вышиваться, каким цветом вот эти глазки, лепесточки, серединки будут другим цветом, но я себе так вижу. Переплетение может быть еще другим цветом, может быть белым, окантовка каким цветом. В общем, нужно тут рассчитать цветовую палитру. И в этом заключается вся прелесть хардангера. Бери свой рисунок и обсчитывай. Можно сделать монохром одним цветом. Вообще классически белым по белому, но мне не нравится белый по белому. Мне нравится, чтобы в цвете, и очень нравится мне в меланже. Я вот хардангер сколько смотрела, в меланже я просто обалдею. Так, здесь у меня еще есть какие-то схемки, я уже их показывала. Это я то, что я натаскала себе уже из того, что мне прям очень понравилось. Вот. Ну вот эту салфетку я о ней думаю, она не суперсложная, я думаю, что выполнимая. Нужно посмотреть, посчитать, что у меня как получается. Тут есть вот какие-то у нас данные, расчет по сантиметрам. Нужно будет все это как-то поизучать. Ну, тут немецкий, я так понимаю. Вот, нужно будет посмотреть. И хочу сделать вот таких салфеток, но в той же цветовой гамме, что будет и основная дорожка. Я так себе думаю. Можно ее сделать. Тут, видите, тут с металликом, я так понимаю, к Рождеству. А я хочу, ну, попроще сделать в тон к дорожке, чтобы они как комплектом шли. Что-то такое. Ну, посмотрим. Ну, мне нравятся эти сердечки интересные. Вот эту хочу сделать дорожку. Посмотрим, что получится. Все хочу. Все хочу, вам показываю. Ну, посмотрим, что будет получаться. Получится, так получится. Нет, ну что, что-то из этого да получится. Пусть не все, но частично. Ну, вот здесь я хочу начать в первую очередь с этого пинкипа. Вот. Ну, кстати, непростой. Здесь внутри такой элемент сложный. И по краю идут элементы. Тоже такие все плести нужно. Непростой пинкип. Ну, потренироваться вот как раз самое то. Маленькое изделие, просто попробовать набить руку, вышить все вот эти вот стежки, тут еще нитки цветные, ну, в общем, интересно. Так, показываю, у меня не настраивается постоянно камера. В общем, интересное изделие, надо пробовать, надо себя пробовать в различных техниках, не сидеть на месте, а пытаться что-то делать новое. Так. Что еще у меня по плану? Хардангер вам показала. Ага, так. Еще у меня из старенького.
не только все новенькое начинать, есть еще и старенькое. И я посмотрела мой список, конечно, у меня там столько всего начато, что это мне уже, наверное, никогда не разобрать, то, что я там натворила. Но кое-что из этих моих начатышей я должна завершать, и мне хочется завершать. Там есть много всего интересного, и не надо об этом забывать. И вот я смотрела, у меня есть один из старых-старых дизайнов, которые я начала лет 5, уже 6 назад. Уже 6 назад, лет назад, представляете? Я так подумала, думаю, ну жалко, столько лет уже этот набор пролежал, и я с ним ничего не сделала, и он лежит, лежит, уже пылится. Ну как, он не пылится, он в пакете, но все равно лежит, и ну это плохо. Потому что сам дизайн очень красивый, вот видите, у меня нет этой обложки. Сейчас посмотрю, может найду в папке. Может, мы с вами найдем в папке обложку. Что у меня здесь происходит? Чего тут только нет. Я нашла. Я все-таки молодец. Нашла, да. Вот. Это вот такой набор Вервака, скатерть с розами. Очень красивая. Вот как раз на весну бы мне такая скатерть очень пригодилась, Юля. Высший скатерть. Размер 80 на 80 сантиметров. А, здесь у нас соответствует, наверное, 10 каунту. Вот эти вставки, где вышивается. 10, может даже и 11, очень крупно. Вот. Нитки здесь DMC. Скатерть обычно и вставки под вышивку. Как и сказала, покупала уже очень-очень давно. Начала, пыталась сделать идеальную изнанку, у меня не получилось и забросила. Вот, а потом я посмотрела, что здесь гречанки сильно идеальной изнанкой это не занимаются, просто аккуратно и все. У всех и закрепки есть, а что делать? Поэтому я решила, что нужно вышивать. И чуть-чуть повышивала буквально. Мне не нравится еще то, что здесь очень мягкая основа. И, конечно, непривычно с такой основой работать. Нужно как-то хорошо натягивать. Ну, не знаю, как-то неудобно, непривычно. Хочется более плотную. Вот. Но, тем не менее, получается ярко, сочно. И поэтому я обязательно вот ставлю себе в план. Сначала, наверное, нужно вышить вот эту скатерть, а потом уже браться за дорожку хардангера, иначе я увлекусь и опять эту работу заброшу. А, жалко, жалко, нужно уже вышивать. Поэтому я вот подумала, подумала, вытащила, положу себе сейчас на рабочий стол и буду держать у себя перед глазами, когда оно перед глазами, оно уже никуда не денется. И буду вышивать, вы будете у меня спрашивать, или как там скатерть, мне будет стыдно, и я буду доставать и вышивать. Вот так вот. Нитки здесь замечательные, много ниток. Посмотрите, какие они яркие, сочные. Вот так организованные на простой, в общем-то, органайзер. Сразу они были в мотках, я сразу их нарезала, навешала. Вот они, ниточки. Поэтому, ну что, вот смотрю, нитки мне нравятся, все нравится, нужно брать вышивать. Правильно я сделала, что я вытащила, посмотрела, так, как бы, знаете, посмотрел, опять влюбился, и можно опять вдохновился и дать процессу новую жизнь. Есть как бы стимул как раз к весне успеть. Почему бы и нет? Вот такой у меня будет, наверное, процесс, проект успеть к весне. Какая она яркая, сочная. Ну, праздник же, шикарная. Вот. Скатерть у меня в планах. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Вот видите, я собрала самое необходимое. Тут уже столько всего у меня образовалось, очень всего много. Как так у меня получается? Не могу понять. Вроде бы стараюсь держать себя в руках, не начинать. Как-то оно само как поначинается, потом попробую завершить. Ну, честно, я не специально. Вот, уже который месяц хожу, облизываюсь вокруг этого набора. На празднике не знаю, как себя сдержала. Но вот сейчас я понимаю, что я зря себя сдерживаю, мне очень хочется. Я снимала видео об итогах всех моих ангелов от Dimensions 2. У меня пока вот таких крестики вышиты и один в глади. И вот я их посмотрела, я поняла, что
Ну, вот хочется мне их вышивать, они очень приятные, классные. А вот этот рождественский, он очень яркий, он очень интересный, этот ангелочек. Это простая коллекция Dimensions, и, кстати, можно найти. Не такой уж и раритет, цена доступная, поэтому, девочки, ловите момент, пока еще есть, и обязательно покупайте. Я на него не очень-то обращала внимание, думала, ну, ладно, потом, если что, куплю. А потом, как присмотрелась, думаю, Юля, не глупи, бери сразу, потому что потом не будет, будешь кусать себе локти. И правильно сделала, что купила. Очень-очень красивый дизайн, яркий, интересный. И я буду его вот скоро начинать. Я сейчас вам показываю как планы, а только закончу с этим видео, начну делать влоговое видео. И там я хочу разобрать нитки. Красные я все-таки постираю, коричневые постираю нитки. Приняла решение вышивать на основе той, которая в наборе, потому что лучшего ничего у меня нет. Под 18 каунт увеличивать на 16 не хочу, иначе они будут все разного размера. Они, ну как все ангелы, все примерно будут одного размера у Dimensions. Поэтому на этой основе буду вышивать, ничего страшного. Тоже будет все красиво. Нитки постираю, сделаю подготовку. Ну и думаю, что все равно как-то начну. Как это будет у меня происходить? Ну, по вдохновению, как обычно. Но не могу уже просто сдержаться, честно вам скажу. Очень хочется. Какой он красивый ангел, платье. Тут эти бубенчики на шнурочках, голуби, украшения, столько всего. Потрясающе. Потрясающий ангел. Поэтому вот все, ангела начинаю. Вот, видите? Дальше, что еще? Смотрим по списку. У меня на самом деле, ой-ой-ой, список. И еще одна работа, которую я тоже хочу в этом году завершить, потому что и могу, и надо. Она небольшая и тоже уже давно у меня в зачатышах. И в этой работе у меня много ниток. Там около 70 цветов ниток ДМС, и они у меня забраны из моей коллекции ДМС. И, ну, 70 цветов, понимаете, это значительно, когда начинаешь что-то подбирать, играет роль вот эти цвета. Поэтому нужно завершить, нитки разобрать, работу оформить. Хранится у меня в моем конверте, который я сшила. Очень удобный, практичный конверт, классный. Мне нравится. Так, мне нравится. И вот что у меня вышито. Вышито у меня, давайте посмотрим. Здесь 1/3 работы. Да, 1/3. Работа, не могу сказать, что прям супер сложная, но непростая. Цветов много. Схемка такая, знаете, тоже мелкая, черно-белая. Значки не очень удачные. Поэтому приходится, конечно, присматриваться и аккуратно вышивать. Ну вот сейчас достала, смотрю, прям хочется вернуться. Снова к ней проявился у меня интерес. Она, ну, такая жизнерадостная. Вот как раз к весне. Я думаю, что вот эти две работы, где моя скатерть, вот скатерть и Stony Creek, я думаю, что к весне будут вышиваться. На январь, февраль у меня, наверное, пойдет Фестралы и Ангел Мира. А вот уже к марту, я думаю, что я соберу силами и займусь вот этими процессами цветочными. Как раз к весне что-то вышится, может что-то и оформится. Вот эту работу можно сделать прямо в БЛП, как здесь и показано. Ну, посмотрим. Машинка у меня есть, можно будет что-то сделать. Надо будет подумать, как это будет все оформляться. Но работа такая яркая, красивая. Какие здесь домики. Так смотришь, казалось бы, меланж. А нет, не меланж. Вот этот эффект добивается просто сменой, часто смены нитки. Получается, как будто бы меланж. Видите, их домики не переливаются. Нет, это все просто часто смена нитки. Home sweet home. Какая красота. Вот такая работа. Что еще мне осталось вам показать? А, у меня еще куплены наборы от Dimensions. Всяких там раритетных накупила. Идут, когда придут, не знаю.
Когда я буду вышивать, тоже не знаю, но один хочу начать. Мне там очень понравились игрушки-носочки, вставлю вам фотографию, потому что нет у меня сейчас вам чего показать. Вставлю фотографию, там очень красивые вот эти носочки, и я думаю, что по одному носочку как-то там я буду потихоньку тоже вышивать, стараться до конца года их вышить. Игрушек у меня рукодельных нет, но вот в этом году мне захотелось их повышивать, потому что почему-то вдохновилась этими носочками, они такие интересные, поэтому решилась приобрести и хочу вышить эту коллекцию. Ну, как-то буду их где-то вешать, украшать. Так, и еще один процесс, который вы не знаете, я забыла показать в покупках этот набор. Ну, у меня так в последнее время часто бывает. Сумбурности некоторые, где-то что-то припрятала, время прошло и забылось. Хотела себе к дню рождения сделать подарок и купить себе икону в бисере, такую качественную, как образа в каминьях. Ну, на образа в каминьях мне немножко не хватило, но и с доставкой сейчас тяжело. И нашла я вот от Аланты икона Богородицы Иерусалимская, очень красивая икона. Размер 29 на 35 сантиметров. Я соблазнилась и приобрела. Посылка немножко задержалась, но все равно пришла. Я сразу открыла, стала все снимать, даже видео о распаковке сняла. Вот, но не получилось выложить. Мне там как не очень понравилось. Ну и хотела еще что-то добавить. Время прошло, и так, знаете, все остается. Вот, хотела сразу приступить, попробовала, но здесь у меня есть вопросы к этому набору. Набор сам дорогой, но он недоработанный. Как по комплектации, так и по схеме. И, конечно, к производителю у меня есть много вопросов. Вот. Ну, писать, что же их писать? И что им писать? Ответят, не ответят, не знаю. Вот вам показываю саму схему. Здесь очень образно показаны участки для зашивки. По инструкции здесь вот вам, чтобы вам много не казалось, вот это вся вам инструкция по существу. И вот здесь есть сверху ключ. Ключ очень тоже схематичный. Ничего здесь не понятно особо. Есть много вопросов по цветам, как определять, что здесь, какой цвет, какой номер. Не совсем здесь понятный ключ. Вот, ну и вот такая вот здесь у нас схема и такая вот инструкция. Вот, покажу вам, что у нас здесь с основой. Основа сама по себе печать неплохая. Здесь у нас она проклеена флизелином, такая и мягкая, и плотненькая, хорошая основа. Большая икона и помещается у меня в камеру. Так, покажу. Клик красивый, красиво все напечатано, интересная икона. Я вот когда увидела, загорелась, мне цветовая гамма очень понравилась, красиво. Вот в чем здесь сложность для меня оказалась. Ну, во-первых, я думала, когда покупала себе икону, я думала, буду пришивать, знаете, как обычно, там бисеринка за бисеринку. Здесь немножко другая техника, здесь будет пришиваться набором, наверное, по три бисеринки. Я так пришивала уже, так работала, ничего страшного. Вот, но есть места, где пришивается бисеринка за бисеринкой. Здесь нет точки прокола. Вот абсолютно. Кали где хочешь. Как хочешь, что хочешь, делай. Твои проблемы, как говорится. Как ты там будешь пришивать. Вот, и видите, тут у меня первая строчка уже началась вышиваться. Начала я вышивать, и, ну, как бы я с одной стороны, как бы не могла понять, как мне пришивать правильно. Вот, потом я присмотрелась, есть тут вот такая вот инструкция, может быть, вот так нужно пришивать каким-то образом, одну за одной, когда ряд идет прямой. Ну, как-то вот инструкция здесь не очень понятная. Это один момент. Второй момент, сразу на первом этапе здесь плохие бусины. И вот это меня остановило, потому что сейчас я вам их покажу. Все материалы покажу. Ох, эти бусины. Так, вот они. Вот они. Большинство бусин, они вот так вот склеены. Когда бусину начинаешь отклеивать, отклеивается и краска.
Получается, вот здесь вот, где клей, вот такой нарост. Чтобы проколоть иголочкой этот нарост, нужно почистить. И вместе с этим наростом отслаивается краска. И сразу, когда ты пришиваешь, бусина уже с этим, она уже не равномерно прокрашена, а краска уже от нее отходит. И такие необлезлые бусины эти. Ну, сейчас я их вот так почистила. Наверное, не будет видно прямо на камеру. Ну, в общем, такие корявые, облезлые бусинки. И вот я стала ими пришивать, и знаете, я понимаю, что это так расстраивает. Думаю, ну пошью немножечко вот тут сбоку хотя бы, попробую, что оно там. А так хотелось бисер. Вот, стала здесь пришивать простой этой ниткой титан. А потом вот здесь нужно пришивать мононитью. Я как подумала, мононить. А все мы знаем, как это неприятно вышивать мононитью. Мне как-то вообще настроение пропало, и я отложила эту работу, потому что здесь нужно настраиваться. Во-первых, принимать решение, что делать с этими бусинами. Вот так, если на них смотришь издалека, то ничего. А сблизи все вот эти хвостики, где отламывается, разъединяются эти бусины, они видны, видите? Вот так вот они видны. Ну и как? Ну зачем вот? У меня много вопросов к производителю. Набор дорогой. И вот такой вот гадости насыпать, как рука поднялась. Где вы их взяли? Ну, понятно, у китайцев. Где же еще брать такие бусины? Вот. Вот такие бусины. Ну, а тут нужно сидеть, думать, брать мононить и колдовать, выполнять эти цветочки. Ну, в общем, не знаю, как-то мне так сразу не задалась эта работа, что я вот теперь должна на нее настроиться. Мне нужно закончить с теми процессами, которые у меня горят, чтобы я с ними разобралась, разбросалась, успокоиться и сесть потихоньку уже решать вот эти вопросы со всеми этими недочетами. По материалам. Материалов здесь много. В принципе, бисер, то, что идет Чехия, он хороший. Те, которые бусины, которые они взяли у китайцев, они плохого качества. Вот вообще плохого. Если их можно чем-то заменить, девочки, кто вышивает бисером, вы уж подскажите, чем можно заменить. Видите, они все вот такие вот слипшиеся. Вот. По две, по три слипшиеся. Начинаешь их отделять, разделяется краска. Убираешь вот этот сверху, где дырочка, пупырышек. Краска облазит. Ну, в общем, такие дешевые бусины. Вот. Это же икона. Как я буду вышивать и ругать производителя. Вот. Это пластмассовые такие бусинки, но они ровненькие. Ладно, они ровненькие, такие симпатичные. Симпатичненькие. Здесь пайетки. Ну, обычные тоже ничего. Так, здесь вот такой крупный бисер бочонком. Так, где у меня тут камера? Камера. Вот такой бочонком интересный. Бисерок. Тоже белый, такой прозрачный бочонком. Здесь белый матовый бочонком. Здесь золотой, обычный мелкий золотой бисер. Так. Дальше здесь у нас что? Вот такой голубой бочонком, красивый. Вот сейчас смотрю на бисер, хочется взяться уже за повышивать. Хоть какой-то участок, ну, не такой едкий. Какой красивый. Голубенький вот такой. Вообще икона будет очень красивая, потому что здесь такие цвета. Смотрите. Очень красивый этот бисер. Малахитовый. Так, я все время не то показываю. Малахитовый, какой красивый. Вот такой. По стекляруса. Кристаллы. Вот такой мне очень нравится, золотой. Я с мелхилом с таким работала. Очень блестит, красивый. Белый, тоже такой перламутровый снег. Он как снег. Классный бисер. Да, хочется уже повышивать бисером. Цветов много. Видите, вот две коробки я вам показала. В каждой по 7, там у меня 14 цветов. И вот здесь еще вот такая у меня коробка. Здесь уже бисер, которого поменьше по количеству. Вот из всех
полных банок. У меня только номер 28, кстати, еще он не открытый, а я им пришивала. Вот здесь такой вот меленький бисер. Поменьше, помельче, точнее. Я калибровку не знаю, поэтому я даже не знаю, как вам правильно рассказывать, потому что я в бисере не знаток. Вот калибровку я вам не скажу. Но этот помельче, чем тот, что я вам показала, как бочонки. Бисер. Может быть, отдельно где-то нужно как на бумажку их высыпать, показать, если это имеет какое-то значение для кого-то. Ну, просто посмотреть на цвета, я думаю, интересно. Вот еще есть и белые пайетки маленькие, красные, желтые, золотые пайетки. А вот такой вот крупноватый, вот он бочонком этот бисер, видите какой? Вот такой вот он интересный. Вот тоже какой-то бочонком, крупноватый. А вот это вот обычный бисер, видите, он маленький. Вот. Такие цвета, вот еще бисера много. Такой желтый. Вот очень интересный цвет. Красивый. Вот такой вот бисер. Посмотрела вместе с вами, уже загорелась. Уже хочется хоть чуть-чуть где-то попробовать повышивать. Но я думаю, что так. Я сейчас разберусь с теми процессами, которые у меня действительно вот сейчас нужно их доделать, чтобы они у меня не стояли, как говорится, надо мной не висели. И я немножечко успокоюсь, подумаю, что да как, и начну эту икону заново, типа как рестарт. Ну, у меня, в принципе, этой старта особо не было, вот попробовала, просто некоторый принцип поняла. Но вот цвет падает от лампы, смотрится, конечно, красиво. Если все это вышится, все цветочки, я думаю, что будет очень красиво, эффектно. Но набор, скажем так, ну, пока вот то, что я поняла, да, где-то на четверочку с минусом, потому что есть недоработки по схеме, есть вот эти вот вопросы с материалами, но самое главное — схема. Очень мало информации, могли бы сделать какое-то вложение А4 листа или А5, с какой-то инструкцией, как пришивать, как с работы с материалами по бисеру, потому что, ну, не очень-то здесь все и понятно. Вот честно я вам скажу, я когда начинала вышивать, пришлось мне все это догадываться, ну, вот, потому что здесь вот он прозрачный, да, сейчас я вспомню, какие проблемы были. Вот прозрачный. Есть он и 24-й, как бы и первый. Вот, смотрите. Прозрачный, ну, без цвета. 24 номер и 1. Ну и скажите мне, каким пришивать. А вот 13 тоже есть. Ну, 13, наверное, это рубка или что это? Вот как нужно догадываться, понимаете? И инструкция недоработанная. Тут нужно типа смотреть, наверное, по калибру, какой крупнее. Ну, а квадрат, как понять, номер 10. А это что? Бисер номер 15. Что, номера должна знать? Размер их знать? Ну, вот информации здесь действительно маловато. И пришлось просто по наитию, по картинке смотреть и догадываться, какой крупнее, какой мельче, каким вышивать, смотреть по инструкции. Потому что, вот догадайся, вот есть один номер 13, вот есть 24. Каким нужно вышивать, что вышивать? Непонятно. Мало информации, недоработано. Может быть, для тех, кто вышивает постоянно бисером, для них это все просто и понятно. Вот для тех, кто мало вышивает, я уже не говорю про новичков, новичок вообще здесь ничего не поймет, но для тех, кто мало вышивает, тоже информации очень-очень мало. Ну, буду смотреть на обложку, как-то по обложке ориентироваться. Но это минус для производителя. Некачественный бисер плюс недоработанная схема — это большой минус. Вот. Ну ладно, справимся. Вот такие у меня здесь новости. Много получилось. Хотела, знаете, как-то скромно на пару месяцев рассказать, какие у меня планы, но поняла, что вот эти процессы, их в любом случае в этом году нужно будет завершать. Я не знаю, что там будет начинаться. Ну, по крайней мере, с этими дизайнами нужно будет поработать, нужно будет их вышивать, стараться дошить. Вот, ну а там как получится. Вот такие у меня новости. Сейчас пойду чайку, кофейку попью, передохну и буду заниматься видео рукодельным влогом,
что-то собрать, что-то организовать. И увидимся с вами поэтому в следующем видео. До новых встреч. Всем пока-пока.